поколение Oh,
пророчествуй, о, небо спух, новую волну, новое движение, новое движение, о, двери неба открыты, двери неба открыты, двери неба открыты, двери неба открыты, небо ждет, небо ждет твоего слова, небо ждет твоего слова.
from heaven. Возьмите свой огонь, огонь неба, огонь неба, огонь неба. Baptize us in our Holy Spirit.
Baptize us in fire. Baptize us in the Holy Spirit. Baptize us in fire. Baptize us in the Holy Spirit. Baptize us in fire. Baptize us in the Holy Spirit. Baptize us in fire. Baptize us in the Holy Spirit. Baptize us in fire. Baptize us in the Holy Spirit. Baptize us in fire. Baptize us in the Holy Spirit. Baptize us in fire. Baptize us in the Holy Spirit. Baptize us in fire. Baptize us in the Holy Spirit. Baptize us in fire. Baptize us in the Holy Spirit. Поедающий огонь, о, Кристина.
Jesus.
тебя, изменяет тебя. Amen. 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 Благословите друг друга. Благословите несколько человек рядом с собой. Слава тебе, Иисус. Написано, я говорю, в Его живое слово. Оно не возвращается к Нему, не изменившись что-то. Оно не возвращается, не трансформировавшись что-то. Это наш Бог. Это слово иногда зависает в атмосфере на сотни лет, пока не найдет сердце, которое способно взять это слово. Спасибо тебе, Иисус. Для меня эта конференция — это что-то настолько уникальное. Я просто наслаждаюсь тяжелым присутствием Его славы. Это все, что я ищу. Это все, зачем я иду. Если вы хотите узнать, почему я здесь, потому что Он здесь. Не Он здесь, потому что я здесь, не перепутайте. Я здесь, потому что Он здесь. Я следую за Ним. Если какой-то помазанник обманул тебя тем, что сказал, что я привезу Бога, мне Его жаль. Попробуй только сделай что-то без Его приказания. Сейчас у нас есть много свидетельств, сейчас их не будет. Я просто чувствую, что я должен перетечь просто в это слово, и я не хочу, чтобы что-то сейчас меня сбивало. У нас тысячи свидетельств, и это даже не преувеличение, их тысячи. Жизни меняются прямо сейчас в зале, прямо сейчас изменяются судьбы. Спасибо тебе, любимый Иисус. Это как одна огромная тема, знаете, на конференции. Она, эта тема звучит через микрофон. О царстве, о невесте, о свадьбе, о сынах света. Это все как одна огромная тема, начиная со слова, заканчивая музыкой и молитвой и присутствием. Вы знаете, это все одно, это один канал, и неважно, как оно идет через слово или оно идет через мелодию за клавишами, оно входит в тебя. Звук — это вибрация. И когда вибрация входит, если вибрация наполнена Богом, в тебя входит вибрация Бога и начинает реформировать и трансформировать, другими словами, превращать тебя. Итак, я хочу просто поговорить сегодня, я так скажу, заключить то, о чем мы с вами говорили. Мы говорили о многом. И сейчас я хочу подвести все, подытожить то, о чем мы говорили с вами. Я начну с того, чем мы закончили в прошлый раз. Каждый из нас – это элемент царства. Если ты делаешь что-то, значит, ты не это. Еще раз повторю, если ты хочешь быть хорошим, ты не хорош, ты не хороший. Я уже на прошлой конференции это говорил. Весь зал, я говорю, кто хочет быть хорошим? Весь зал подни руку. Я говорю, угадайте теперь, кто вы. Другими словами, я слежу, ты голодный? Скажешь, да. Нет, ты есть хочешь? Да, значит, ты голодный. То есть автоматически. Если я хочу быть хорошим, значит, я. Ну, противоположное. Значит, если ты бы не хотел. Сейчас я хочу поговорить, а тема называется просто «Реальность сынов света». Знаете ли вы, любимые мои, что мы все призваны принести реальность Бога? Ты думаешь, ты призван сюда покупаться, покувыркаться в славе, взять что-то, чтобы оно просто потекло по бороде, по ушам, смазало тебя так тепло внутри.
И ты просто поехал такой хороший, чтобы опять забиться дерьмом до следующей конференции, чтобы на следующей оно опять вышло. Не-не-не, стоп, стоп тут. Знаете ли вы, что прямо сейчас, во время того, как я разговариваю, мы сидим и находимся в реальности, созданной никем иным, людьми, которые были соединены с каким-то духом. Кто-то понимает, что массы людей были рождены в 30-е годы и не понимали, в Германии, и не понимали, что вот в эти 30-е и 40-е годы Германии правил один из самых нечестивых людей, его звали Адольф Гитлер. Алло. Вы знаете, что эта зараза настолько изменила ход? Я ненавижу даже упоминать имена этих людей, но если я должен упомянуть, я упомяну. Но ни в коем случае не в хорошем свете, не дай Бог. Эти личности принесли массы смертей, это были сосуды, это были сверхъестественные сосуды ада. Их можно перечислять, история их всех отметила. Это были сосуды ада, которые стояли только, и реальность могут изменить только две личности, сосуд неба и сосуд ада. Просто так поменять что-то, попробуй что-то поменять прямо сейчас. Ты не поменяешь это ни голосованием, ни деньгами. В тебе должен быть реальный духовный авторитет, и у тебя должен быть контакт или с вторым небом, что является демоническим, или с третьим. Мартин Лютер, кстати, который тоже был немцем, это был канал неба. Мы с вами достаточно умные люди, достаточно знающие историю, мы понимаем, о чем я сейчас говорю, мне не нужно вдаваться в подробности. Это просто иллюстрация. Я еще раз скажу вам одну такую вещь, еще напомню. Я отрекаюсь жить в чьей-то созданной реальности. Я еще раз это скажу, если кто-то согласился, и прямо сейчас ты живешь, мы рождены как тело Христа, как сыны света, изменить реальность. И ты не должен ничего делать, ты просто должен быть. Я меняю реальность мою через то, кто я есть. Вы знаете, что Гитлер не пытался быть исчадьем ада, он им был. Кто-то понимает меня? Он был этим монстром, в котором сидело неимоверное количество демонов и бесов. И я даже не удивлюсь, если им управлял сам Люцифер. Или Ленин, или Сталин. Знаете, имена можно продолжать. Тираны, уничтожившие не тысячи, миллионы. Миллионы. Перерисовавшие историю. И, любимые мои, меня берет ревность. Меня берет ревность, что нет никого, кто согласится перерисовать демоническую реальность. Мы просто в ней живем, кваснем, вопим, по утрам идем опять на какую-то работу. Я не говорю о том, что это плохо, я говорю о том, что ты в чьей-то реальности. Вы знаете, что Бог через Моисея перерисовал реальность Израиля, всего Израиля? В один день они перестали питаться от земных вещей и моментально начали питаться небесными. Это их проблема, конечно, была, что они не вошли, вошли их дети. Но о чем я говорю? Я говорю о том, что есть масса людей в Библии, которые перерисовали историю и реальность своих наций, не городов, наций. И сегодняшняя тема к взрослым людям, не к тем, которые сейчас хотят сосиску. Которые хотят, чтобы он быстрее заткнулся и мне на работу завтра. Вот мне вот как раз вот тебя и жаль. Вот именно те, которые вот даже некоторых знаменит, они уехали за сосиской. Они уехали за зарплатой. Вот именно им нужно было здесь находиться, потому что они как рабы живут чьей-то реальностью. И отрекаются поверить, что мы не просто можем, абсолютно должны и способны изменить все вокруг. Один раз я сказал, если ты меня, Бог, призываешь, везде, где буду приезжать я, это не то, что там вот Бог за мной идет, и мы уже с этим разобрались.
Везде, где буду приезжать я буду приезжать только по твоему разрешению и по твоему указанию, 100%. Но везде, где я буду приезжать, я никогда не буду разбираться с чьей-то реальностью. И я буду в моей. И я буду настолько находиться в моей, что все, входя в мое присутствие, не останутся неизмененными. Ты или изменишься, или возненавидишь меня. Реакция будет точно. В любом случае. Не потому, что кто-то... Нет, потому что я решил... Так, я отрекся. Меня не волнует, что правит этой землей. Когда я приезжаю, меня накрывает колба Бога, в которой царство Его славы. Алло. Не может быть сухих служений. Нет, ни одного, никогда, потому что это завет мой с Ним. Смотрю там некоторые конференции. Вы знаете, первые три служения было сухо. Вторые два мы пробивались. И как только мы хотели разъезжаться, маленький светик, лучик, стрельнул. Я тут на первом... Мы тут с вами на первом служении не знали, что с собой делать, так перло, что не знали. Знаете, кто ходит, пробивает атмосферу? Кто живет вне воли Бога? Никогда не поняли меня вообще. Вы знаете, что я никогда ее не пробиваю вообще? Ты молишься за конференцию? Нет? У вас такие лица, потому что у вас набили харизматы дряни. Вас так дрянью забили. Что ты даже не представляешь, что можно жить в воле Бога, абсолютно послушаться, и каждый твой шаг – удар в десятку, и ты даже не напрягаешься. Я думаю, до некоторых дойдет вообще, верю. Верю, твердыни рухнут некоторые на этой конференции, харизмат ты мой. А нас же так учили. Пурга сибирская, вот чему нас учили. Метель. Реальность сынов света. Ха. О, мне это нравится. Когда Бог меня туда поместил, и когда Он мне объяснил: сынок, я не просто хочу, чтобы ты понаслаждался моими откровениями, я хочу, чтобы через твои уста, через твой канал менялась реальность других людей. И если ты подключишься ко мне, по-настоящему подключишься к моему духу, к тому, что я делаю, ты не можешь остаться неизмененным. И это не я еще раз говорю, я окантовка, я футляр для него. По-настоящему ты прикрепляешься к каналу царства. То же самое, это не Светлана поет, это Дух Святой через нее выдает. И это не голос, это ты не слушаешь красивый голос, красивых голосов миллион. Здесь в зале, я уверен, есть люди, которые держат ноты и серьезно держат. Не в этом дело. Дело вот в чем. Через тебя идет Его царство. Меня не волнует, как ты профессионально бьешь по музыкантам. Ты можешь сесть за ударник и ударить одну ноту, один барабан, один удар. И этот один удар, он должен потрясти основание ада. Потому что это не ты стучишь, потому что к твоему стуку подключен ритм неба. И когда ты бум, Иисус ударил ногой, бум, Иисус идет. И я так мечтаю, чтобы до тебя дошло. Мы не просто рождены, как я говорил в прошлые разы, просто превратиться, слиться. Не только слиться, но когда ты слился, теперь время менять реальность. Против тебя выйдет все, что только может выйти. И первое против тебя выйдет все плотское, включая всех плотских. И это не важно, мама, папа. И враги человеку. Отец против сына, сын против отца, мать против дочери, дочь против... Почему? Подумай. И уникально, как Библия вся исполняется, да? Вау. Когда-то я задался, кто творит реальность? Ту, которую мы видим, с которой прикасаемся, откуда все видимое появляется. 100 лет назад нам даже не было мыслимо, что такие вещи могут быть.
Высвобождаются очень серьезные дела тьмы, и я имею в виду воочию высвобождаются дела тьмы. Мы о них читаем, мы их видим. Дорогие мои, кто-то очень серьезно является этим каналом, через который все это идет. Вы должны понять одно, ни Бог, ни дьявол не может двигаться без определенного сосуда на земле. Ты не найдешь ни одну великую историю земли, хорошую или плохую, в которой не участвовала бы личность. За каждой личностью, которая в свете или в тьме, всегда, всегда будет стоять или личность во свете или тьме, и за ними будет стоять всегда тьма или свет. Они жаждут, как Бог ждет, кто откроет, кто разрешит. Сын, я хочу через вас вылить свое царство. Я хочу через тебя. Ты думаешь, ты ждешь кого-то, ты ждешь себя. Когда я понял, я говорю, Бог, когда я начал, меня просто шокировал. Да что? Нет проповедников, которые сказали бы две фразы и снесло крышу. Бог мой, да дай какого-то учителя, который может так бить, как я не могу спать, когда я прослушаю его. Бог говорит, ты это хочешь? Я говорю, да. Он говорит, это ты. Иначе бы ты не молился об этом. Ты знаешь, что ты видишь только то, чем ты являешься? Ой-ой-ой. Знаешь ли ты, что ты замечаешь, видишь и обращаешь внимание только на то, чем ты являешься? Тебя раздражает то, чего нет, потому что того, чего нет, это ты. Тебя раздражает, что нет этого элемента, потому что этот элемент ты. И ты всегда чувствуешь неудовлетворение, потому что ты почувствуешь удовлетворение, когда ты встанешь в свою позицию. Вот то, что тебя раздражает, это именно то, что ты должен начать делать. Иначе бы тебя даже эти уши, они у тебя не будут даже слышать этих вещей или видеть. Твои глаза не будут этого видеть. Подумай над этим. Нам, как сынам света, дано право перерисовать реальность и принести царство на землю. У нас задание принести царство на эту землю. Я отрекаюсь жить чьей-то реальностью. Римлянам 8:19. Давайте прочитаем. Римлянам 8:19. Я хочу вбить сегодня эту истину, хочу все суммировать. Я хочу, чтобы ты вот сюда уехал с полным пакетом, чтобы у тебя было над чем подумать и над чем молиться. Чтобы когда ты приехал, ты сказал, Бог мой, в мой дух бросили такую бомбу, в мой дух бросили такой вызов. Теперь я сам сомневаюсь вообще, а что я знал до этого? Я хочу, я говорю, Бог, пожалуйста, брось в меня что-то, чтобы все потрясло, что я знал раньше, потому что, похоже, что я знал раньше, не работало для меня. Не держись за смерть, не держись за религию, не держись за кошмар, не держись, держись за результаты. Если результаты нет, до свидания, мой дух мне дороже, чем твоя улыбка и пригласительная на твою свадьбу. Мне он дороже, потому что меня другая пригласительная на свадьбу ждет. И на той свадьбе я точно хочу быть. Римлянам 8:19. Ибо все сотворенное Богом, все сотворенное Богом. Когда я сказал, знаете, у меня, знаете, мы такие с вами умняшки. Все сотворенное Богом, ждет откровения сынов. Бог мне говорит, перечитай. Я говорю, ну что читать, все понятно? Все же понятно, все сотворенное Богом, ждет откровения сынов Божьих. Говорит, сынок, ты не понял? Еще раз читаю, я говорю, ну что тут, папа, ну зачем, ну, что, так нельзя сказать. Нет, папа заставляет меня 10 раз перечитывать одно и то же, и потом тебя бьет по голове что-то. Все сотворенное, и Дух Святой говорит, вы даже не представляете, все сотворенное, все ангелы, все небо, оно стоит и ждет вас. Он говорит, забудь за все сотворенное здесь, иногда это сотворенное здесь, оно ничего не ждет. Ждет то, что знает, что надо ждать. Кто-то вообще понял это откровение, нет? Оп-оп-оп-оп, поехало, поехало что-то. Все сотворенное ждет. Ждать может только то, что знает, что ждать. Ты ждешь самолет в Америку. Это значит о том, что ты туда летишь, и ты знаешь, где Америка, и ты хочешь туда попасть. Другими словами, ждать Сына Бога может только то. Дальше продолжишь там. Сына Бога может ждать только то, что знает, что должны прийти Сыны Божьи. И когда мне Бог открыл эту истину, Он сказал, сынок, все небо, все ангелы, все архангелы, все существа на небе, они сосредоточены, эти миллиарды, миллиарды творений Бога, они смотрят на тебя.
Так это я такая важная часть его царства. Ты даже не представляешь, какая. Вы должны понять, дорогие мои, что творение Бога, оно включило тебя. Как ты не можешь без него, он не может без тебя. Он так сделал. Он так сделал, что без тебя он не будет работать. Не будет. Потому что ты часть творения, и ты часть высшей духовной расы. Тебе дано право быть невестой кого? Кого? Его? Право? Ибо все сотворенное Богом с нетерпением ожидает того времени, когда откроются, кто же Божьи дети, кто же сыны света, кто они царственное священство, кто они, которые ходят в своих элементах, кто они, через которых меняется реальность. Вы знаете, что мы духовная, высшая духовная раса. И когда ты приезжаешь, из-за того, что ты выше, ты вытесняешь все сотворенное духом этого мира. Ты вытесняешь всех, которые не хотят быть в плане и дизайне Бога. Будет то, что было с Христом, когда Он ходил. Одни любили, другие ненавидели, но менялись все. Менялись все. Кто туда, кто сюда. Разницы нет. Самое главное, все сделали выбор. Бог обратил мое внимание на все сотворенное им. На все сотворенное им. И Он задал мне простой вопрос. Сынок, видишь ли ты что-то, действующее вне своего элемента? Ха, вот здесь ребус. Во ребус. Знаете, папа может тебе такую простую бомбу сбросить, которая будет дуть твои мозги лет 10. Он говорит, выйди на улицу. Вышел, я на улице люблю находиться. Ходить, гулять, смотреть. Он говорит, посмотри вокруг. Что-то есть вне своего элемента? Он говорит, камень, вот лежит камень, да, он в своем элементе лежит. Он должен лежать там, где он лежит, и если бы он лежал где-то в другом месте, это было бы неправильно. Посмотри на дерево, оно работает вне своего элемента. Нет, оно работает в своем элементе, ничего ему не противостоит. Оно стоит, движется, работает. Вода не выходит с берегов, рыба не выпрыгивает. Это у Дарвина, я говорю, Дарвин там с ума сошел, что там выпрыгнуло. Она продолжает плавать, где и плавала. Обезьяна продолжает быть обезьяной, и человек продолжает быть человеком. Мы продолжаем видеть все творение Божье, мы продолжаем видеть, как каждый находится в своем элементе, несущий то, что должен нести. Все, что нужно, это семени попасть в правильную атмосферу. Знаете, почему мы с вами рожденные свыше, но бездейственные? Потому что дьявол от нас очень серьезно держит нашу почву. Знаешь, если я могу собрать... Вы знаете, я вот один раз шишку сорвал, вот иду по лесу, да, просто прогуливаюсь. Шишку сорвал, и отец мне говорит, ты знаешь, что у тебя в руке целый лес? Лес, тьма тьмущая, лес, это деревья, и вообще без конца. Он говорит, в твоей руке сейчас бесконечное семя, и до тех пор, пока земля будет существовать, это будет сеяться и сеяться. Ты знаешь, что ты вообще в руке своей держишь? Я такой, вау, шишка. Он говорит, ну единственный момент должен сопутствовать шишке, она должна быть в правильном месте в правильное время. Опа, и вот здесь сильное откровение. Дьявол будет, ты можешь даже ходить рожденным свыше. Кто-то понимает, о чем я? Я положу эту шишку на подоконник, и у нас там их есть, там декорация называется. Как оно там называется? Кто мне может назвать? Ке? Экиба. Как, да? Короче, шишка. Шишка на подоконнике. И вот мы с вами царственное священство. Царственное священство. Шишки на подоконнике. Ты смеешься, а я тебе сейчас сбрасываю бомбу, которую ты даже не ожидаешь. Она потом разорвется в машине по пути домой. Дьяволу все равно, будь шишкой, будь лесом, провозглашай елки везде.
И лежит шишка на подоконнике и харизматически прет какую-то хрень. Я провозглашаю лес. Из меня потекут из чрева елки. И будет много шишек. И будут зверьки в этих деревьях. Лес, я провозглашаю лес. Смейся, но это правда. До тех пор, пока шишка будет в неправильной почве, неправильной атмосфере, ты ничего сделать не сможешь. В ней будет закрыт самый огромный потенциал. Маленькое зернышко, пшеничное зерно, вот оно лежит. И в этом маленьком зернышке лежит потенциал накормить всю землю и кормить ее до конца вообще времен. Кто-то понимает? В маленьком семени. В ней не просто много колосков, в ней нету счета колоскам. Нет счета. Вот в этом маленьком зернышке, вот оно лежит. Единственная проблема зернышка, оно лежит не там. И вот это все, что духу этого мира нужно. 2000 лет зернышко лежит. Зернышко и одевают. Зернышко и приукрашивают. Что с зернышком только не делали все деноминации. Бог мой. Сейчас зернышко должно пойти в политику и стать богатым. Вот. Последние новости для зернышка. Нет. Ты должен умереть. И через тебя должно вырасти царство. Так же, как и через Иисуса. Точно так. Слушай. Мне нравится иллюстрация. Все, что нужно семени, попасть в правильную атмосферу и почву, и семя станет деревом, колоском или чем-то и другим, и принесет те плоды, которые ДНК этого семени внутри ДНК, внутри его. Для рожденного свыше почва – это слава Бога. О, слава Бога! Ты знаешь, почему? Религия будет делать все возможное. Слушай, делай, что хочешь, но не вздумай ехать именно туда. Не вздумай слушать именно это. Все остальное – ешь, жри, там, умри. Не вздумай читать именно это, и они тебе именно укажут, что нельзя. Объяснят, расшифруют. Все досконально покажут. Потому что дьявол и дух этого мира с религией, как одна и та же субстанция, красивая религия, прыгающая, харизматичная, баптист, разницы нет. Религия – это смерть, это невеста сатаны, это клон, это копия, это подстава. Нас кинули. Ты только пробуй, попробуй, посади себя в славу. И когда ты всаживаешься в славу, взирая на славу Его, слава начинает втекать, прошлая тема, и в тебе начинает рождаться что-то настолько новое, в тебе не просто Христос, в тебе рождается новое творение, ты плюс Христос. Это значит что-то, чего никогда не было и не будет. Ты оригинален и полностью индивидуален. Кто-то понимает? Поэтому я всегда говорю, мне интересно узнать Христа в тебе, потому что то, как ты преподашь Его, никто, ходящий на этой планете, не способен сделать. Рассказать или преподать никто. Ты даже не представляешь, что с тобой случится, ты плюс слава. Ты даже не представляешь, что с тобой произойдет, ты плюс Христос. Христос не забирает тебя. Он говорит, сынок, возьми меня к себе, и ты увидишь, кем ты станешь. Ты увидишь, как реальность начнет меняться. И тебе не важно через что, что угодно. Бог сделал так в теле, расположил части тела, что все меняют реальность, независимо от тебя, видно или нет. Мы все часть великого плана Бога, и у Него второсортных нет. Ты видел в своем теле ненужную часть? Болтается какая-то
Что это, не знаю. Да, если это называется опухоль, ее вырезают. То есть грыж на теле Христа нет. И геморроев тоже. Тоже отросток не тот. Итак, я плюс Христос. Он не лишает тебя твоего таланта. Он говорит: сынок, дай мне присоединиться. Доченька, дай. Ты умеешь петь, Дотя. Ты умеешь петь, любимая. Ты хочешь услышать, как ты поешь, плюс я? Ты хочешь услышать свою молитву, когда через твои уста говорю я? Это будешь ты, но это будет он. Это будет он, но это будешь ты. Потому что то материал, с которого сделана невеста, был взят исключительно изнутри ее мужа. В этом духовный прообраз. Господь мне сказал очень интересные вещи. Сынок, когда я присоединюсь к тебе, ты начнешь видеть. Каждый из вас начнет видеть свое. Каждый из нас начнет видеть ту сферу, в которой должна прийти революция, реформация и перемена реальности. Каждый из вас, когда только соединяется с Христом, внутри его начинает взрываться этот дунамус, и внутри тебя начинает изменяться что-то. И хочешь ты нет, если ты будешь продолжать это делать, ты превратишься в динамит, который сдержать невозможно. И все, что ты будешь делать, даже нечаянно, будет менять реальность вокруг тебя. Независимо, поешь, говоришь, ходишь, слышишь или пишешь, ты будешь менять реальность. Это Бог. Это Бог. Церковь, давайте перестанем жить по плоти. Перестанем питаться подачками дьявола. И поймем, что земля это приготовлена для нас, для сынов. Все, что делает дьявол и сыны тьмы, которые не хотят быть с Богом, они просто изучили все трюки и приемы царства и отодвинули всех вас. И все мы с вами живем, хотим или нет, в их реальности. Но Бог говорит: молитесь же так, да приидет царство Твое, да будет воля Твоя. Церковь, на земле. Кто-то это откровение понял? Мы все с вами о горнем помышляем. Быстрее бы меня отсюда уже забрал Господь. Сколько можно, жена, стерва, дети, козлы, босс, псих. Господи Боже мой. Я понимаю, ты так молился вчера, на что кто-то смеется сильно долго. Бог ответил мне и сказал: ты даже не представляешь, насколько, Бог мне сказал, ты даже, сынок, ты не представляешь, насколько человеческое воображение, воображение той картины, которую тебе пришла. Воображение. Вы знаете, что ты сейчас сидишь, дышишь, ты сейчас одеваешься, ты сейчас обуваешься, ты ездишь на воображении. Стоп, еще раз тебе скажу, все, что ты имеешь сейчас, это в прошлом чье-то воображение, рисунки, эскизы, набросы, мечты, бессонные ночи, ты на них сейчас ездишь, ты пользуешься этими изобретениями, это не что иное, как чья-то реальность вчерашних дней, чьи-то мечты вчерашних дней, которая стала реальностью сегодняшних. И Бог мне сказал: сынок, перестань сражаться. Видите, где проблема христианства? Они сражаются с последствиями в то время, когда они должны начать воображать, мечтать, получать картины и высвобождать его царство. И когда оно будет высвобождено, два царства должны будут поговорить. И я даю гарантию, чье победит. Я даже без сомнения знаю, чье победит, потому что
Царством должны овладеть святые. Иисус не просто так сказал: молитесь, слава Божия должна прийти на землю. Невеста не будет Христа забираться в позоре. Еще раз повторю, невеста Христа будет готова. Готова — это значит победившая. Невеста Христа, не вздумай даже заблуждаться, что мы вот в горе, в скорби сатана, и мы ждем Христа. И за такой Христос не придет. За вот этой сопливой лентяйкой написано: убелила себя, свята, непорочна и чиста, победившая. И он говорит: вот он идет за ней, жених. Она и дух, и она, готовая невеста в славе, ты и я, вместе понявшие, принесшие победу, принесшие свет. Зовут с духом: любимый, приди посмотри, я жду тебя. Она не кричит о помощи. Дьявол уже последнюю почку удаляет. Бой, иди за мной. Зубы выбитые, Господь. Лохматая, грязная. Спаси! Так невеста не зовет жениха. Она ему звонит по мобилке, говорит: можешь приезжать. И он с ангелами в лимузине, или как они там называются, дружками, он заезжает. Вы понимаете, что невеста звонит жениху? Первая тема. Помните, невеста звонит жениху, когда она готова. Она не орет. И муж такой: что? Иисус в лимузине бежит. А она вся простреленная, вонючая, грязная. Спасай, Господь! Иисус закрывает дверь и говорит: уходим, уходим. Не готова, не готова. Я вам просто нарисовал картину, которая церковь, она примерно, вот так примерно ждет Христа. Прямо сейчас. Прямо сейчас вот там закрытые в церквях и воют. Педики атакуют. Нас уже тупость атаковала перед педиками. Причем здесь эти голубые? Они такие же самые отморозки, как и такие же самые грешники, как и блудники, насильники детей. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Чего вы фокус на этих голубых сделали? Вообще, я умираю. Такая же самая плоть, такой же самый грех, и точно так спасается, и точно так выходит бес, и точно так исцеляются, и входит в славу Бога. Чего за... понапридумывали. Чего за маразм? Это такой же грешник, который нуждается в таком же Христе. Как и тот, который избивает свою жену. Точно, ничем не отличается. Ну да, тот, который бьет жену, он же правильной ориентации. Так, закроем эту тему. Назад к невесте. Тоже плохая тема. Невеста не готова. Иисус уносится на лимузине. О, пронесло, не заскочило. Дети света должны получить картины Царства Бога. Кто-то понимает, что каждый из нас – это элемент. Если ты элемент музыки, через тебя должна выйти музыка и изменить реальность. Вы знаете, что скоро будет выходить музыка, с которой дух этого мира не справится вообще? Они будут шокированы. Иногда мне Бог просто показывает картины, он говорит: сынок, вы даже не представляете, что вы видели проповедников, но вы не видели моих проповедников. Говорит, вы не видели, когда есть стоит личность, умершая для себя, плюс Христос, и теперь ждите от нее что-то, что вы не ждали и не видели никогда. Все вокруг будет ходить ходором и меняться.
Будет выходить музыка. Я это в духе видел. Я говорил моей жене, и мы с ней молились насчет этого. Мы это видим. Мы видели, как волны прославления выращивают конечности без прикосновения. Музыка, поклонение будет изменять лицо даунов. Бог будет восстанавливать мозг. Я это видел во время того, как она, когда она пела, я говорю: «Свет, я это видел». Она говорит: «Я знаю, но мы еще идем туда». Да, мы идем. Мы уже не там, где были, но мы еще не там, куда мы идем. Мы будем там. Я просто даю тебе направление. Сейчас это маленькие крохи. Сейчас кто-то там плюется на тебя, кто-то смеется. Смейтесь, подождите. Скоро это уже не будет тяжелая слава. Скоро это будет то, что ты встать не сможешь 3 дня. Не сможешь. Скоро это будет, как только первая нота, первый звук, бесы выходят волнами из всех. Когда я это видел в духе, я не верил: «Бог, что это?» Он говорит: «Это талант плюс я. Это царство мое, которое изменит реальность». Мы настолько живем, мы настолько с вами, как черви, живем в этой земле и надеемся на эту пластическую операцию. Бог говорит: «Сын, ты не знаешь, что я хочу сделать». Скажите мне, почему мы с вами верим, когда мы порежем палец? Порежем палец. Через неделю, через полторы палец зажил. Почему мы с вами не верим, что Бог живет вне времени? Он просто берет твой палец, вытаскивает из времени, и он исцеляется за долю секунды. Потому что исцеление – это время, а Божье чудо – это ты выходишь вне времени, а там нет времени, не надо ждать, чтобы исцелился палец. Бум! И полнейшее восстановление. Почему? Почему? Это от дьявола. Нет, как раз это от Бога. Ты знаешь, что такое чудотворение? Чудотворение – это твоя конечность тела вышла из времени, и ей не нужно месяц, чтобы перелом исцелился. Она выходит из времени, где не нужно ждать, и исцеляется кость мгновенно. Это называется чудотворение. Это конечность, высшая из времени. Вы понимаете, что, о чем я вам сейчас говорю? Я говорю взрослым людям: поймите меня. Вы знаете, что мы с вами живем вне времени? Не поняли? Только твое тело во времени, ты вне времени. Мы с вами настолько сосредоточились на морщинке под своим глазом, что не понимаем, что это должно ветшать, а то должно сиять. Вы знаете, что я вижу, когда через меня идут вещи, которые не должны сейчас высвобождаться еще, то есть они еще вне времени. В Литве я говорил тему «Живущие вне времени», помните? Бог что делает? Открывается надо мной портал, и Он меня втягивает, и я говорю тебе слова, которые некоторые поймут через 20 лет. Я высосан Богом из времени, и оно течет из меня. И только живущие вне времени способны понять говорящего вне времени. О, Бог, подними свою церковь, освободи наши мозги, плоские, тупые, которые думают, что деньги все исправят, популярность, с этим затешусь, с этим проедусь, с этим чаек попью. Да пошел ты! Я хочу Бога! Я видел этих пасторов, сидящих за столами с такими заразными нечестивцами, с которыми их ад ждет. Они сидят и фотографии делают. Что? Что? Отходим назад, бо взорвусь. Или расскажу правду. Итак, вы знаете, что даже зарубцевание твоей раны за неделю, за полторы, это есть исцеление. Вы должны понять, дорогие, что мы живущие вне времени, и очень скоро это поколение поднимется, которое будет доставать из царства что-то, что должно произойти скоро. Ой, Бог. Тема вне времени опять. Может, я поговорю что-то, что, ну, типа... Скажу: принеси 20 евро, я помолюсь, у тебя прорыв финансовый будет. Типа вот этой хрени.
Наши мозги не способны. Все, что звучит доллар, евро, ты моментально просыпаешься. А когда я тебе говорю, Бог, слава, чудеса, жизнь, царство, свет, ты... Это не по твоему калибру. Когда, дорогие, у меня есть искушение много рассказать, но я не буду. Есть серьезное искушение, прямо сейчас много чего рассказать, но я не буду. Нет, не расскажу. Не расскажу. Я расскажу тогда, когда он мне разрешит. Я вам немножко только что дал маленькое превью или маленький, знаете, знаете, как некоторые говорят, кусочек пирога, хочешь весь пирог, плати. В магазинах, знаете, да? Да, так вот, кусок получил, понял, какой вкусный, а теперь иди, закрывайся и проси у Бога, что он тебе показал что-то, что ты должен принести отсюда, из времени, из будущего. Вы знаете, что Иисус, эта личность была полностью высосанная из будущего. Он ходил, и он делал чудеса, которые просто взрывали всех. Это мы с вами сейчас, о, Иисус прошелся по воде. Это неслыханно. В его время это даже немыслимо. Он делал чудеса, от которых никто, люди не могли понять, что это. Одни называли дьяволом, другие называли Богом. Но факт остается фактом. В чем? В том, что Иисус абсолютно жил вне времени. Когда он выходил на гору молиться, его втягивал портал будущего. Он проваливался туда, и когда он приходил, он начинал, с него начинало вытекать то, чем мы по сей день питаемся, и в шок приходим от откровений этих. О, если бы вы знали, если бы когда-нибудь, если некоторые из вас попали просто вне времени и вкусили, что это значит. Это в одно и то же самое время, самая великая привилегия, и в то же самое время огроменная боль и бремя, потому что когда ты приходишь, тебя никто не может понять. Дорогие, вы слушайте меня, я эти откровения ношу в себе 20 лет. Кто-то может понять, что такое 20 лет? Я это знаю, в этом хожу, в этом прогрессирую. Моя жена знает. Мы с ней 17 живем. Я ей уже до свадьбы это рассказал, все, что сейчас происходит. И еще рассказал то, чего еще даже не видел никто. Я был взят из времени. И Бог сказал, сынок говорит, пока ты живешь во плоти, пока ты надеешься на плоть, ты живешь во времени. Как только ты переходишь в состояние духа. О, некоторые такое, только что дошло, о чем я говорю. Ты абсолютно попадаешь вне времени. Тело больше не имеет значения. Морщинки, зарплата и твоя квартирка не имеют ничего общего с духом, который ходит вне времени. Вы знаете почему? Я ставлю кассету 70-х годов, Кэтрин Кульман. И меня взрывает откровение. Я падаю на свой ковер, и я рыдаю, говорю, Бог, как эта маленькая женщина могла заглянуть? Меня еще не было, я еще не родился. Она заглянула и сказала мне мое будущее. Вот эта фраза вне времени. Включите ее, послушайте. Она взорвет ваше понимание. Это маленькая сухенькая женщина, которая одевалась как кто знает что. Дети света должны получить картины Царства Бога и потом перерисовать это все сюда. Дети Бога – это элементы царства, и каждый элемент должен воплотиться в реальность. Я не просто должен получать откровения, откровения должны проходить через меня, из чрева должны течь реки воды живой. И именно этот талант должен оживить ту сферу, на которой я поставлен, и только вместе, церковь, вместе мы это сделаем. Вы должны понять, вы настолько важны, и вы настолько важная часть царства, вы даже не представляете себе. Вы знаете, сколько бы тысяч людей не было изменено, если бы я просто сказал Богу, Господь, ну ты знаешь, я занят, а было искушение. Ты скажешь, о, ты не мог бы это сделать. Запросто мог. Запросто. Так как каждый из вас сейчас может встать и выйти из этого зала. Точно так. Мы всегда имеем право поменять свою судьбу. Прямо сейчас ты можешь ее изменить, или остаться неизмененным, или вообще выйти и сказать ересь и ушел. Это в твоем праве. Или ты дашь чему-то втечь в тебя и изменить тебя.
Дух этого мира делает все возможное, чтобы воображение было сведено до смеха. Дьявол смеется с людей, воображал. Глянь, картину рисует. Глянь, мечтает, сидит на лавочке и мечтает. В наушниках. Идиот, на работу иди. Да уникально то, что проиллюстрировал всю историю, все, что мы видим, все было изобретено вот такими идиотами. Пока кто-то работал. Какой-то идиот изобрел машину. Кто-то понимает, о чем я говорю? Кстати, опять Германия. Германия, Манхайм. Вы знаете, что первая машина, зарегистрированная машина, это немецкий Мерседес. Он еще тогда Мерседесом не назывался. Я смотрю на эту тачку 1884 года. Какой-то идиот придумал. И все бабушки с топорами бросались. С вилами. Бабушки. Серьезно, история. Мы были вот в музее. Мы были вот, читаешь, в музее. Вот она, это стоит. Вот она, брычка эта. 1884. Что? Пока умные скакали на лошадях. Идиот нарисовал. Ему говорили, иди на работу, а он мечтал. Вы знаете, что он отдал все свое состояние, не так, Александр? Мы с ним читали историю. Я люблю историю. Он отдал все состояние и даже не знал, будет ли оно успешно. Он положил все на свою мечту. Так это человек. Кто-нибудь может в этом зале положить все на мечту Бога для этой земли, которая описана в твоей Библии и ждет тебя? Уже подать на тарелке больше нельзя, просто нереально. Все на тебе, в тебе и у тебя. Кто-то понимает, что я только что сказал? Вы понимаете, что для Бога больше дать уже нереально? Это просто нереально. Он говорит, мне что, вместо вас просто прийти все делать? Ты скажешь, ну да, а что это вообще такое? Гляди, Господи! Боже! Страдает невестушка твоя. От безмозглости. Итак, дьявол, уникальная личность. Пока мир смеется, воображал писак, рисовак и вымышляк, дьявол идет и покупает всех воображак, писак, вымышляк. Покупает. Потому что и вкладывает в них свои картины, активирует их. И потом мы имеем такой наркотик, как метамфетамин. Амфетамин. Тьфу, хрень какая-то. В общем, какая-то вот эта нечисть, которая выводит человека. Вы знаете, что сейчас изобретен наркотик? Мы были шокированы, абсолютно новый. Выводящий, Светлана, на сколько? На 7 минут, 7 или 9 минут, выводящий из тела, выводящий дух из тела, наркотик официально. К нам пришла молодежь на энкаунтере и говорят, сейчас они этим наркотиком живут. Этот наркотик, он не дает никакого кайфа. Это я вам гарантирую. Вот сидит моя команда, подтвердит, не даст солгать. Они мне пришли, я чуть на попу не упал. Я такой, чего? Чего? Наркотик, который не дает тебе кайф, не дает тебе какой-то там отходняк. Он просто спокойно отключает тебя и выводит твой дух во второе небо. И они говорят, и эта девочка, она говорит, ну да, я общаюсь с учителями, она говорит, я общаюсь, как она назвала их? А, инопланетяне, во. Она говорит, я общаюсь с инопланетянами. Говорит, они нам рассказывают, что скоро они займут эту землю. Они говорят, что мы ваши друзья, мы подготавливаем вас. Сидит девочка, 14-15 лет, рассказывает мне вещи, которые у меня волосы дыбом встают. И она говорит, да, конечно, наркотик, вон продается, хотите попробовать. Говорит, вся наша молодежь, мы, говорит, покупаем ее, садимся, бум, и уходим. Вы можете представить, до чего дошло? Это факты, это американские, Америка во всем продвинута. Поехали. Дай Бог, чтобы сюда это не дошло. Господи, пожалуйста, поставь все границы, потому что я смотрю на эту молодежь, дорогие мои, и они приходят к нам и рассказывают нам о духовном мире то, что шокирует нас. И когда она начинает рассказывать, мы сидим, говорим, она точно там была, потому что эти детали не знает никто. Тем более девочка, которая с Богом даже не связана, вообще ноль.
Да, да, у нас есть такой наркотик. Такой хороший наркотик. Да, мы выходим из тела и с инопланетянами общаемся. Кто-то скажет глюки. Я говорю, не-не-не-не-не. Она рассказывает детали, описывает вещи, что с ней происходили. У нее даже есть шрам. Она говорит, мне делали операцию. И когда она подняла волосы, у нее есть шрам. Она говорит, этот мне шрам сделали там. Она говорит, и в ней что-то вставили, да? Я не понял. Она говорит, что-то ей вставили туда. Короче, это реальность. А в это время церковь колбасу подешевле ищет. И все приехали, все вот приехали, просто наручник затянулись. И ты такой, что? У дьявола нет отбоя от проданных аду людей. А в Царстве Божьем один с половиной, два, один, опять один. Верю, поэтому и здесь. Верю, что есть еще один. Или два. Дух этого мира делает все возможное, чтобы воображение было сведено до смеха, детства, глупости, но сам сатана в поисках личностей именно с этим ярко выраженным качеством воображения. Первый раз, когда Гитлер еще был очень небольшим, я скажу, очень таким тинейджером, подростком, у него все идеи об этой вещи уже были. Почитайте Википедию, там вся его история уникальна. Ты читаешь такие истории, я читаю все истории, потому что тот, кто не знает историю, он ее повторит. Я не хочу повторять историю. Я хочу ее знать. Первые разы, когда... Вы знаете, что он был посмешищем в своей школе и в своем классе? Вы это знаете, да? Я думаю, те, кто изучал историю. С него все смеялись, они говорят, хе-хе. Но через очень короткий период времени дьявол увидел потенциал в этом маленьком странном парнишке, который был абсолютно одинок, и его не понимал никто. И дьявол говорит, вот это уникальный товар, вот это уникальная личность, которая способна настолько уйти в свои мечты, чтобы отречься от всего. И дьявол говорит, предложу-ка я ему. И все мы знаем последствия. Дорогие мои, цель этой конференции не просто позабавить тебя, не просто дать тебе понять, о, мы соединяемся, мы несем ответственность на этой земле. Я хочу сделать все возможное, чтобы через меня изменилась реальность. Разницы нет, где я, здесь, там, в Америке, в России, разницы нет. Я хочу приезжать, я хочу, когда я хочу говорить, я хочу видеть измененные реальности, измененные жизни. Сначала ты попадаешь в мою реальность, дорогой мой, но я когда-то хочу попасть в твою, пожалуйста, сотвори ее. Кто-то понимает меня? Сотвори ее. Сотвори ее, мечтай о ней. Говори о ней. Стань ненормальным. Ненормальным, пока все умные стоят в очереди за дешевой колбасой. Будь ненормальным. И продолжай провозглашать то, что ты должен изменить, то, что показано тебе, и многим из вас уже показано. Только начни соединяться со славой, это семя начнет давать сразу, моментально плоды и результаты. Только соединяешься с славой, сразу, воу! Первое, что ты увидишь, это мрак, боль и запустение. Второе, что ты начнешь видеть, это ответ, как это изменить. И третье, что ты должен начать делать, ты должен начать действовать. Те люди, которые просто нарисовали, но ничего не изобрели, ничего не продвинули, эти рисунки так и остались в архивах. Не будь просто мечтателем, будь делателем, будь двигателем. Все, что ты видишь вокруг, это производят личности с величайшим воображением и посвящением своему воображению. Ты должен настолько посвятиться своему воображению, ты должен настолько посвятиться своему воображению, которое Бог вкладывает в тебя, как в Сына Света, что когда люди сталкиваются с тобой, для них твоя мечта будет реальнее, чем их физическая вещь, которую они трогают. Кто-то понимает меня?
Перерисовывается реальность так. Я вкладываю в твой разум картину, картину, которую заложил в меня Бог. Моя картина не сработает, его картина сработает. Я вкладываю в твое сознание картину, которую Бог заложил в меня. И я вкладываю и вкладываю до тех пор, пока у тебя нет шанса, ты начинаешь верить в нее, как в существующее. И Библия говорит, называйте несуществующее как? Это закон, об этом учит Библия. Несуществующее как? Существующее. Это говорит о том, что ему нужны люди ненормальные, чтобы хотя бы увидеть несуществующее. И вдвойне ненормальные, чтобы провозглашать это существующее. Провозглашать существующим. А я верю, что во время поклонения будут вырастать конечности. Я это видел. Кто-то скажет абсурд, а я скажу, это дело времени. Подождем еще годок. Подождем еще два. А мы доживемся до того, что слава будет настолько интенсивная. Бог мой, не просто, я видел, не просто трупы воскресали, разложившиеся тела приходили в порядок. Трупы, которым по 3 недели восстанавливались. Вот это я хочу видеть. И я достаточно ненормален верить, что Бог, вытащивший труп вне времени, вернет назад. Потому что у Бога нет ни впереди, ни сзади. Он альфа и омега. Он все. И когда Бог скажет все, что ему нужно, верные сердца, которые хотят провозгласить несуществующее, как существующее. Любимый, я отдаю тебе мою жизнь. Покажи мне любую картину, и я достаточно ненормален, чтобы провозгласить ее во всеуслышание. Мне все равно, что говорят обо мне люди. Люди, люди, ты на людях зациклился? Я зациклен на его реальности. Меня до сих пор удивляет моя собственная рука, и я не пойму, почему она такая. Посмотри на нее, как она красиво, уникально создана. Ты весь сплошное чудо. Ты не веришь в чудо? Вот это чудо. Так что это? Это движение в своем элементе, церковь. В элементе Царства Бога. Я знаю в то место, в которое Бог пошлет меня. Тебя в элементе. Ничего не сможет противостоять. Оно будет изменяться. У него не будет шанса. Вы знаете, на этой конференции я пережил такую вещь. Я просто захожу. Прославление уже идет. Поклонение, слава уже просто лежит здесь. Я просто захожу. Знаете, как обычно, я просто захожу. Я ложу свои конспекты. Еще несколько минут я думаю. Первый шаг в это здание, и я не могу стоять на ногах, я начинаю славить Бога, оно меня захватывает сверхъестественно. Кто-то переживает, о чем я говорю? Ты не понимаешь, Бог, как это возможно? Дорогие мои, так это маленькие брызги того, в чем мы должны купаться. Подождите еще, мы с вами не видели церкви. Я вам честно говорю, мы с вами не знаем реальности Его Царства. Мы с вами не знаем, что ждет нас в будущем. Мы будем шокированы, когда Бог явит себя своим детям. О, явись, любимый. Явись, любимый. Покажи нам себя. Покажи нам себя в своей славе. О, как я хочу видеть Его. Все, что мы здесь, что здесь происходит, это не что иное, как мы просто привозим с собой то, в чем мы живем. Кто-то понимает, о чем? Мы там сидим в центре, знаете, и мы с вами, я иногда смотрю на свою церковь, на свои несколько церквей, я просто думаю, Господи, мне так хотелось бы, чтобы они больше еще хотели. И потом я посмотрю вокруг нас, люди настолько привыкли к чудесам и знамениям, для них это стало нормой, никого не удивишь больше ни золотом, ни камнями, ни ростом ног, ничего. И потом я увидел, что они начинают от всех этих чудес, подарков папы, поворачиваться к папе, потому что наигрались. Кто-то понимает, о чем я говорю? Все это хорошо, но ценность в нем...
Проявление Его славы может быть в любом... Если ты во что-то не веришь, мне вообще жаль тебя. Просто жаль. Потому что Бог может все. И в этом слове глубина. Он все может. Он не будет спрашивать твое разрешение. Он не будет узнавать, насколько твой интеллект позволит этому чуду произойти. Он просто берет и делает. Секрет элемента царства, вот в чем, любимый. Я уже не могу противостоять своей натуре, и я не просто говорю о реформации, о силе. Я становлюсь его реформацией, его силой. Знаете, почему мне не нужно тебе ничего доказывать? Тебе просто нужно побыть в моем присутствии, и ты начинаешь меняться, потому что я это не говорю, я этим являюсь. А когда я этим являюсь, я не могу ни о чем другом говорить. Всякий раз, когда ты пытаешься, ты сам себе еще раз доказываешь, что ты этим не являешься. Кто-то понимает меня? Всякий раз, когда ты говоришь, Господи, я стараюсь, это ты еще раз сам себе сказал, что ты абсолютно еще не там. Проси Его, питайся славой, говори Ему, Бог, вот я, пожалуйста, влейся, втеки, преврати меня. Я не хочу петь, я хочу стать мелодией. Кто-то понимает? Я не хочу проповедовать, я хочу стать Твоим Словом, да, ходящим, и Слово стало... И плоть стала. Я ему говорю, Бог, вот я, сделай меня, преобрази меня. Я понимаю, но мне так иногда хочется видеть. Не просто, вы знаете, я понимаю, мы движемся, мы идем. Я абсолютно не остановился. Я еще абсолютно не там, где я должен быть. Я просто мечтаю быть дальше. Все, что люди думают достичь, у меня уже чертежи абсолютно другие. Мечты, молитвы абсолютно другие. Я просто мечтаю видеть элементы, дорогие мои. Я мечтаю видеть каждого из вас в своей сфере. Я мечтаю видеть каждого из вас не пытающимися это делать, а ставшими этим. Я хочу стать тем, для чего я призван. Я хочу преобразиться и превратиться в то. Ты не должен прославлять, ты должен стать Его хвалой. Ты должен стать Его мелодией, ты должен стать Его звуком, ты должен стать ритмом Его сердца, ты должен стать Его молитвой. Дорогие, некоторые говорят, я призван молиться. Ну, неделю не молился. Такого не бывает. Такого не бывает. Кипятильник всегда будет кипятить, и свисток всегда будет свистеть. Кто-то понимает о чем? Всякий раз, когда наливаешь воду, кипятильник тебе скажет, я буду свистеть. Ты гордый кипятильник. Гля, еще не налили воду, он уже всем говорит, что будет свистеть. Не, вы не поняли. Некоторые люди говорят, слушай, какой он гордый, он приезжает и говорит, что слава Богу придет. Я просто кипятильник, приехавший сказать вам, что только вода касается, сразу начинается свист. Кто ты? Ты знаешь, кто ты? Я Таня. Не, ты не Таня. Если я сейчас заберу у тебя все. Я бизнесмен. Хорошо, удар, один удар веслом по голове, ты забыл, кто ты. Я забрал твой мерс, твою трехкомнатную квартиру, твою кожаную мебель, твоего Дольче & Габбана, твои Гуччи. Забрал у тебя все. Кто ты? И вот здесь у тебя будет большая пауза. Потому что то, что на тебе и у тебя, это не ты. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вы знаете, что есть люди, я знаю людей, лично, персонально знаю людей, которые зарабатывают очень большие деньги. И нет, я об этом молиться не буду. Я не для этого призван. Я знаю людей, которые проваливали несколько раз свое состояние и очень серьезно проваливали. И когда они теряли все, и, дорогие мои, под словом «все» я имею в виду все. Все, что на нем было, это все, что на нем было. У него даже мобилу забрали. Буквально через какой-то год на этом человеке, вы знаете, что это не то, что он имеет, это то, кто он есть. К нему деньги сами пришли, постучались и попросились залезть в карман. Вы понимаете, что такое человек, призванный Богом делать что-то?
Через очень короткий период времени, что бы я с тобой ни сделал, твоя функция должна кричать через тебя. Я могу тебя забрать, переселить на какой угодно остров, что угодно. Вы видели, как создан животный мир? Нет, стоп. Некоторые как будто вообще первый раз попали в церковь. Скажите мне, корову молока лишить возможно? Я сдаю все! Она завтра такая же будет, как и вчера. Ты скажешь, откуда оно берется, ё-моё. Корова – это не та, которая пытается давать молоко. Я так хочу, чтобы дошло, церковь, дошло. Ты знаешь, что человек – единственная личность, которая выпала из функции? Из царства, выпало от него. Не успевши совершиться, мы выпали. Пфу. Животный мир так и продолжает функционировать. Дорогие мои, вот я беру кота. И переселяю его с... Вот переселяю вот эту кошку, вот беру кошку, кота, разницы нет. Вот беру этого котяру. И переселяю из Германии на Украину. И говорим, посмотрим, какой ты будешь кот. Я добью это откровение, оно войдет в тебя. Это, знаете, это... А у христиан это вообще... Тук-тук, сиди, я сам открою. Это атмосфера такая. Надо мной закрыто небо. Дай я помолюсь, чтобы ум вернулся. У меня закрыто, я поехал на эту территорию, небо закрылось, ничего нет, и все, и я вот-вот, все. Вы понимаете, насколько это тупо? Бог не пытается заставить тебя что-то сделать, он пытается прокричать в твою сущность. Кота куда хочешь сели, он и там будет мяукать и плодиться, как кто знает что. Он и в Африке будет кот. Кто-то понимает? Встряхи его, что хочешь с ним делай. Он опять придет, обрастет, и опять у него семья появится. Он пойдет, поищет. Знаете, как по весне коты? У меня были коты. Слава Богу за кастрацию вообще-то. И только ему это как бы раз, и все, и он уже никуда не идет. Но мы не говорим сейчас к этим котам. Ну, если ты кастрировал, мне тебя жаль. Мы не говорим о христианах-кастратах. Я говорю тебе о сущности. Я хочу, чтобы зашло в тебя само откровение. Пересади это куда хочешь. Возьми эти семечки помидора и привези его в Америку и посади. Посади, полей, скажи, ха-ха, посмотрим, какой ты помидор будешь. Будет помидор! Будет много помидоров! Будет целое помидорное поле. Потому что он всегда вернется к своей сущности, что ты с ним не сделаешь. Так вот, я еще раз спрашиваю тебя, кто ты? Вот оно, где ребус попало. Вот он. Я? Ты должен найти сущность свою. Это цена всех ценностей. Это может только быть в нем и с ним. Наслаждение от своей сущности. Вы знаете, что мне не нужны ни деньги, ни комфорт, ни уют. Я свободно могу спать там в уголочке на матрасике. И мне абсолютно говорить, я буду с толпой или с двумя. Моя сущность всегда будет сущностью. Я на самолете буду, вот такие точно откровения, как здесь, будут на самолете идти с двумя моими друзьями. У нас иногда такие вещи загибают. Я иногда, они говорят, слушай, в следующий раз диктофон надо. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что если ты кот, ты и в Африке кот. И корову молока нереально лишить. Ты наоборот, чем больше доешь, чем она больше дает. Это закон природы. Поэтому, чем я больше отдаю, тем в меня прет и прет. Я говорю, Бог,
сущность. Вы поняли, что такое элемент царства? Сущность, найти, кто ты. Не надо мне говорить, что ты Вася из Тарасовки. Сущность, я тебя пересадил, куда угодно я тебя пересажу, и твоя натура всегда мне даст знать, кто ты был, что там, что здесь, что тут. И цель моей жизни была, я это понял еще в молодые годы, найти, кто я. Найти то, кто я. Кто помнит Елисея? О, Елисей. Елисей. Красавец Елисей, который не просто в смирении попросил, он сказал: два сюда. И Илья такой смотрит и говорит: ну ты вообще. Знаете, если Илья, пророк, говорит: трудного ты просишь. Мне нравился Елисей. Он умел ходить в своем элементе. Он посмотрел на всю эту ситуацию и понял: это мое. Не уйду, пока оно через меня не проявится. Елисей настолько был велик и силен, что сухие кости без вопросов воскрешали мертвых. Кто-то понимает, что такое сущность? Я тебе сейчас хочу объяснить. Сущность не спрашивает тебя. Елисея там уже нет долгие годы. Кости весьма сухие. Идет война. Мужики не знают, какую-то дырку нужно трупа закинуть. Мужик говорит: и Библия описывает этот очень уникальный момент. Вы знаете, что это одно из самых величайших чудес в Библии, потому что в нем не было задействован никто. Скажите мне, трупа забрасывали, у него вера была для воскрешения. Знаете, некоторые из нас: веры нет, следующий. Ты усек сущность? Ни тот не спрашивал, ни тот не получал разрешения, никаких ответов. Труп ударился башкой в кость и заорал. Уникально, что там не было ни того, ни другого. Они оба были где-то там. Не знаю, может, они там договорились. И вот здесь у религии потечет крыша, реально. Почему? Потому что здесь все теории религии пролетают полностью насквозь, пробило. Потому что религии нужно что-то делать, что-то вымаливать, что-то просить, ждать воли Бога. Труп не успел спросить воли Бога, можно ли воскреснуть. Он выпрыгнул с ужасом. Мужики, что я тут делаю? Кто кинул? Мужики: о Боже, что делается? Смешная история, одна из самых великих в моем понимании слова, потому что в любых исцелениях был задействован хоть один живой. В этом ни одного. В этом исключительно действовала сущность. Кто-то понимает? Скажи: сущность! Сущность! Понял? Сущность! Провозглашаем дальше. Так вот, я об этом и проповедую. Эта вся тема заключается вот в этом. Вот оно. Если сконцентрировать все это, сжать, вот оно, сущность. Реальность сынов царства. Это сущность. Это не делать, не пытаться, не воевать и пробивать. Кости Елисея стояли в проломе, чтобы труп исцелился. Харизматический фонарь откатил. Опа. Все религиозные, все это байки все уплыли. Никто ничего не спрашивал. Никто ни с кем не разговаривал. Все просто было решено, потому что кости Елисея не могли ничего другого делать. На них была сущность, даже когда Елисея там не было. Дорогие, вот это, вот оно. Вот оно, украденное, потерянное откровение веками. Сущность. Сущность.
Не надо мне говорить, что не получилось. Ты не сущность. Когда ты своей сущностью, не тот, он нечаянно сел в трамвае и покаялся. Потому что не я его обличил, а сущность обличила сидящего рядом. Кто-то понимает? Та сущность, которая на тебе, сидящий в автобусе, он столкнулся с чем-то, и у него потекли слезы, и он не понял. Ему начали приходить картины из детства. Дух Святой моментально начал работать. Ты попал в реальность, в сущность. Это реальность. Что значит воображение? Это не просто размышление, мечта. Воображение – это созданный тобою мир. Кто-то понимает? Я хочу, чтобы ты понял, что такое воображение. Воображение, которое творит сущность, реальность. Из сущности выходит воображение, реальность. И когда ты смотришь в глаза этого человека, который... Вы видели людей, у которых ничего нет, но когда он сказал, я это сделаю. Он когда сказал, ты понял, он это точно сделает. Потому что через него что-то вышло, вышло что-то намного мощнее, чем слова и деньги. Вы знаете, что деньги это ерунда. Кто-то ищет деньги, чтобы сделать, чтобы провести сущность. Тебе нужна сущность, деньги сами произведут это. Они придут, когда они нужны. Кто-то понимает? Некоторые говорят, я не могу это сделать, я не могу стать таньон, я не могу накормить голодных, я не могу туда поехать, потому что у меня нет денег. Нет. Когда ты станешь сущностью, сами деньги будут приходить и ложиться в карман. Все приглашения будут сами притекать. У тебя не будет отбоя от того и от того, потому что ты превратился в сущность. Кто-то понимает? Секрет церкви – это тайна. Вот она, заключение конференции. И я, и уже не я живу, живет сущность, живет Христос. И теперь он ходит. И теперь нет возможности, как кости Елисея это делали и не спрашивали никого. Так это, которое касается меня, слышит меня, касается моей музыки, слов, мелодии, песен. Песен от Бога, не твоей хрени, а от Бога песен. Иногда это будет просто звук. Волна, попадали все. Богу не надо твоя самодеятельность, ему нужно послушание. Он сказал, зажми клавишу Си. Си зажми. А ты? Бог говорит, следующий. Мне может кто-то Си зажать? О, идет, иди. Ну вот эти вчера. Та-ра-ра. Следующий. Сильно талантливый, не подходит. Непослушный. Итак. Мышление, мечта, воображение. Сам Иисус говорит, это реальней, чем сделанная тобой вещь. Матфея 5:28. Итак, мечта воображения – это созданный тобой мир, и ты полностью находишься в созданной тобой реальности. Матфея 5:28. Сам Иисус это подтвердил. Я же говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, другими словами, вожделение – это и есть желание, и еще это... переводится как воображение. Кто вообразит и возжелает. Понимаете, да? То есть ты посмотрел и вообразил. Вошло. Бог говорил, Бог, Иисус сам, Иисус четко это говорит. Он говорит, это уже совершенный грех. Если сам Иисус говорит, что то, что прокрутилось в твоей голове, реальнее, чем то, что даже совершилось, оно еще не совершилось. Можете себе представить? Совершенный поступок, это всего лишь... приведенный в исполнение приговор. Кто-то понимает? Итак, вот приговор. Приговор сказали убить. Когда ты пошел убил, это не так важно, как когда ты вынес приговор, это он уже умер, он еще не знает. Это смерть, вот она. Итак, воображение реальней поступка, потому что поступок это последствие воображения. Кто-то понял? Это мощный вещь. Если Иисус говорит, что кто посмотрит на женщину с вожделением, то есть с воображением, с желанием, впитает, тот уже завершил прелюбодеяние, тогда поворачиваем в другую сторону. Кто начнет воображать и представлять то, что Бог вкладывает, кто-то понимает, о чем я говорю? Продолжаем тему. Если оно есть в минусе, оно есть 100% в плюсе. Это Бог.
Это говорит о том, что это произошло. Так вот, дорогие, я люблю быть один, потому что я люблю мечтать. И когда я мечтаю, я привожу в движение, я активирую Божьи мечты. И я ему говорю, вот эта коробочка для изобретений, вот она. Она для тебя, Иисус. Вложи туда свои картины и активируй мое сознание, чтобы впоследствии я сделал действие, которое уже стало реальностью в моем подсознании. Другими словами, Иисус сказал, что воображение настолько же сильно, сильнее, потому что сильнее, чем совершенный поступок, потому что совершенный поступок – это последствия воображения. Здесь секрет. Ты сидишь, ходишь, мечтаешь, ездишь на последствии чьего-то. Воображение. Я начал с того, что я сказал, это воображение. Сейчас я зайду немножко раньше, потому что я могу это высвободить. Это последствия. Другими словами, то, на чем ты сидишь, это второстепенно. Первостепенно это то, что было в сознании того, кто это рисовал. Так вот, привести царство Бога на эту землю. Дорогие мои, первое. Становишься элементом царства, принимаешь картины, даешь Богу активировать их, и это уже совершенная вещь. И все, что тебе нужно, держать эту картину. И, дорогие мои, не надо делать ничего без него, эта картина начнет активироваться вокруг тебя. Объясняю простой пример. Ты захотел купить машину, у тебя ни гроша в кармане. Объясни мне, как через 2 недели у тебя стоит эта машина и заплаченная? Некоторые из вас именно, я про вас только что рассказал. У тебя не было ни гроша, попадается вариант машины, который ты не встречал. Крутейшая марка с крутым пробегом и цена вообще смешная. У тебя не было ни денег, и ты даже не хотел эту машину покупать. Вот она стоит и выплачена. Объясни мне, что это? Это говорит о том, что перед тем, как ты ее купил, ты активировал все. Деньги у брата, тот мне должен 50 баксов, тот мне должен 3 евро. Баба Таня мне вообще должна там, я не знаю, там... До гроба должна... Что ты сделал? Ты пошел, ты активировал. Когда ты начал собирать финансы, это уже второстепенное, первостепенное уже произошло в твоем сознании. Кстати, если кто-то здесь имеет призвание бизнесмена, я вам прямо сейчас говорю, именно активация. Если ты поймешь, что деньги, которые в твоем кармане, это всего лишь второстепенный поступок того, что ты уже сделал. Люди спасенные, это всего лишь... Это всего лишь совершившийся момент. Они должны быть спасены здесь. Ты должен их увидеть. Ты должен их прочувствовать. И когда ты выходишь и говоришь, мой Бог коснется мою нацию, и это имеет резонанс мощнейший, потому что это ты видел. А какой-то балабол просто стоит и провозглашает. Но он никогда, это оно не прошло через воображение, через чрево духа. Оно никогда не активируется в материальном. Оно всегда будет в мечтах на полочке, в пустых мечтах. Но есть здесь люди, которые понимают, о чем я говорю. И с этого момента ты начнешь активировать только то, что Бог влагает в твой дух. И очень скоро ты увидишь, как Бог коснется это поколение. Фу! Процесс творения реальности. Бросающий идеи, то есть диаболос, то есть дьявол, подает стройматериал для образа. Если ты не имеешь принципов или границ, ты не можешь сказать «нет» и принимаешь стройматериалы дьявола. Вы знаете, что дьявол не строит, дьявол дает стройматериал, строишь ты. Слушайте сюда, вы знаете, что сатана, как бы ты ни удивлялся, сатана не имеет воображения, ему нужно твое. Все, что он может подавать тебе тьму. Подавать тебе тьму. Он может подавать тебе идеи, но он не может прийти и сотворить это. Ему нужны такие люди, как точно как Мартин Лютер, точно так, я имею в виду Богу. И дьяволу нужны точно такие люди, как Гитлер, Сталин, Ленин и их масса этих тиранов убить. Он просто подает стройматериал. И когда в тебе достаточно стройматериала, ты воображаешь. Он вообразил белую нацию. Он вообразил арийцев.
Он вообразил голубоглазых чистая арийская кровь. И он сказал, только это может быть высшим авторитетом. И все остальное на смерть. И миллионы евреев умерли. Алло. Кто-то просто замечтал и замечтался, пока все демоны и бесы активировали его мечту. Я верю, что поднимутся мечтатели Бога. Я верю, что здесь есть люди достаточно ненормальные, которые скажут, Бог мой, вот я, чистый холст, рисуй, я покажу всем. Вот я, вкладывай, я больше не буду пользоваться своим сознанием. Ты знаешь, чем ты сейчас пользуешься? Твое сознание знаешь, чем пользуется? Мы сведены с вами до кошмара, до позора. Все, что сейчас в твоей голове колбаса, угадай, что активируется завтра. Колбаса. Она и активируется. Дьявол просто смеется с нас, он ржет, он говорит, ребята, вы используете талант Бога, божественную структуру. Дьявол не может сделать, ему нужен ты, чтобы произвести всю тьму на этой земле. Точно так Бог ничего не сделает, он не может. Он говорит, сыночек, пожалуйста, дай мне дать тебе стройматериал, проведи со мной время. Дай мне поговорить с тобой, перестань делать то, что тебе хочется. Перестань использовать мой дар, мой талант, мою природу, как человека, который активирует все. Перестань активировать свои квартиры. Перестань активировать свои друзей, грехи. Перестань активировать свои машины. Активируй души. Активируй царство. Активируй исцеление, чудотворение. Активируй силу. И когда я начал на этом концентрироваться, и я это увидел, это начало происходить. Я сказал, я не буду касаться ни одного человека. Мой голос, вибрация моего голоса будет изменять жизни. Угадайте, что происходит. Сейчас я по-другому молюсь. Я тебе еще не расскажу. Я чуть-чуть рассказал про мою жену, про себя нет. Из материала творится воображение, которое создает модель внутри твоего сознания. Затем мы, даже не понимая, что произошло подсознательно, творим модели, созданные нашим воображением. Когда Бог хочет что-то сделать великое на этой земле, в этой местности, Он ищет личность с великим интеллектом и воображением. Он ищет личность, способную изменить реальность, но в то же самое время эта личность должна обладать великим посвящением и самоотверженностью. Кто-то понимает меня? Дорогие мои, мы такие, знаете... Вы знаете, что я был шокирован, когда я начал углубляться в историю людей, которые... Я углубляюсь в разные истории. Историю войны, историю тиранов, историю реформаторов, историю Бога, историю детей Бога. Вы знаете, чему я был шокирован? Это мы с вами сидим, плачем и говорим, если я пойду за этим новым течением, если я пойду за этим движением славы, если я пойду за тем... то откажутся ж люди. От многих из вас уже отказались. От некоторых откажутся после этой конференции. Амин. Уже кто-то умирает там уже на заднем ряду. Послушай. Когда я начал читать историю, я был шокирован, что именно от тех людей Антон Лавей, может кто-то знает, создатель сатанинской церкви, вы знаете, что от него отказалось все родство? Дорогие мои, вы знаете, что сатанисты, тираны платят ту же самую цену, которую мы не хотим уплатить? Мы боимся потерять тетю Дашу и брата Степана, которому скоро ехать на свадьбу. Мы боимся потерять какое-то мнение людей, потому что что они подумают? Ничего не подумают. Ничего, абсолютно. Или подумают ничего, или подумают идиот. Какая разница? Я потеряю, как они это называют? А, репутация. Я не помню, потому что у меня ее нет. У меня репутация неба, репутация Бога. Меня вообще не волнует чье-то резюме обо мне. У каждого оно разное. И вы знаете, что я был шокирован? Церковь не хочет уплатить ту цену, которую сатанисты платят каждый день, направо и налево. От них отказываются семьи. От них отказываются дети, от них отказываются жены, от них отказываются родственники. Люди, которые становятся тиранами. Я читаю историю, и написано, он, когда начал это делать, от него отказались все, он остался один. Я такой, ничего себе. Я говорю, это христианство боится попереть против чего-то мнения, мнения того. И говорит, все, знаете, мне один пришел, говорит, все отвернулись от меня.
А я человек, знаете, я такой, ну, я статистик говорю, считаем всех. На земле 7 миллиардов людей. Называем имена. Кто все отвернулись от тебя? Указывается, все это 7 человек. И восьмой, ну, даже не знаю. Все, это все его. Я говорю, ты знаешь, что есть 9, которые тебя еще не знают? И когда мне Бог показал эту картину, я тоже говорю, Господи, все отвернулось. Он говорит, сынок, отвернулись, считаем. 1, 2, 3, 9, 10, 1, все, все, это все. Говорит, теперь повернись. А теперь смотри, сколько признают тебя, когда ты признаешь меня. Теперь смотри на эти тысячи, которые будут меняться. Авраам — эта личность умела очень сильно воображать. Вы знаете, что Авраам — это самое большое воображало на планете? Серьезно. Авраам, что, Господь? Смотри на звезды. А что, Бог? Детей столько у тебя будет, понял? Понял. На следующий день, Авраам, иди сюда. Что, Бог? Выйди на берег моря, океан. Песок видишь? Видишь. А что делать? Песочные замки строить? Нет, считай. Как тут еще Бог вообще считать? Говорит, так вот, Авраам, столько детей будет. И Авраам, детей, прикинь. Он говорит, будет больше. Сосчитать можешь? Не, вот столько детей будет. Но у Авраама была ошибочка. Он активировал что-то раньше времени. Воображало, включилось чуть раньше. Нужно чуть-чуть подождать. Чуть-чуть. Все. Нет времени туда идти. Вспомните Иосифа. О, Бог мой. Это вообще... картина понтов. Мужики, идите сюда. Прикиньте, мужики, что я видел. Вы все к мне поклонились, все. Прикидывайте. Мужики, ну прикидывайте, я видел. Я видел все эти снопы, вот они. И потом соберем снопы, и все снопы раз. Потом мужики говорят, вот знаю. Он говорит, потом опять они отпахали. Он опять вылазит с палатки. Мужики, я еще что-то видел. Они там, знаете, потные работяги, знаете. Сисва, я видел звезды и луну. Да, кстати, маму и папу сюда тоже, они в теме. Я видел, вы все, и луна, и солнце преклонились. Тут уже батя не выдержал, вообще, сынок. Слушай, кто тебе Гуччи подогнал? Вообще, ты вообще знаешь, на кого ты батон крошишь вообще? Это крыша твоя, будущее твое. Бывает, вылезет улица опять. Вы видите, что воображало? И уникально то, что работяги жили реальностью, а этот продолжал видеть мечты. Конечно, потом ребята ему показали реальность. Фу. Ну что, помечтаем? Кто луна, кто солнце? Но они даже не понимали, что именно ихними руками продвигался он к трону. И эта яма, это была следующая ступень к трону. Твоя яма, это следующая ступень к твоей позиции. И вы знаете, мне нравится Бог. Ты не вылезешь из ямы, даже если захочешь. Это его яма. Вы заметили эту штуку? Когда яма чья-то, вылезти можно. Когда яма Бога, непробиваемая яма. Кричу. Потому что это яма Бога. Он ее собственноручно для тебя копал. Вообще проповедь вечная, честно.
Будь очень осторожен с тем, чем ты воображаешь. Потому что это все активируется в твоей жизни. Будь очень аккуратен, о чем ты мечтаешь. Как только ты начнешь в это верить, у тебя это сразу начнет появляться. Как только ты начнешь верить, ты начнешь это видеть. Как только ты начнешь активировать воображение, будь очень осторожен с чем, что, о чем ты мечтаешь. Что ты активируешь. Часто, когда личность обладает всеми этими качествами, Бог уже запланировал употребить этого человека для чего-то великого. Сатана тут как тут предлагает уникальную сделку. И чаще всего эти личности покупаются и продаются на сатанинскую приманку. Вы заметили, как только личность, вот. Вы заметили, почему всех талантливых сдувает из церкви? Потому что Бог его, вы знаете, что Голливуд построен талантами Бога, порталами Бога. Ты смотришь этот аватар, и ты в шоке, откуда это воображение, откуда эта сила? Дьявол украл, и вместо того, чтобы этот Спилберг воображал царство неба, он воображает каких-то голубых мужиков. И он так воображает, что ты смотришь этот фильм еще и попал полностью, а еще туда 3D одеть, ты вообще, вау, я там. Вы понимаете, что все это не сатана, все это дьявол украл. Церковь, естественно, вышвырнула, но, я верю, поднимается другая церковь, которая не в стенах находится. Поднимается другое тело, которому не нужно стены, членство, кафедра, которое есть орган Бога. Ты орган Бога, ты орган Его тела, членом чьей церкви ты являешься. Ладно, туда вообще не пойду. Вообще опасная тема. Часто эти личности обладают настолько великой силой и воображением, и силой представления, что их представление невидимого у людей вокруг перерисовывает реальность видимого. Именно это качество необходимо для реформации. Кто-то должен увидеть несуществующее как существующее и привести его из мира воображения, из духовного третьего неба в реальный ощутимый мир. Римлянам 4:17, как написано, «Я соделал тебя отцом множества народов. Он наш отец перед Богом, которому он поверил перед Богом, оживлетворяющим мертвых и говорящим о том, чего еще нет, как будто оно уже есть». Он наш отец перед Богом, которому он поверил, перед Богом, оживлетворяющим живых и мертвых и говорящим о том, чего еще нет, как будто оно уже есть. Вы знаете, это написано по Аврааме. Вы знаете, что Авраам потом настолько понял эту тему, что он Бог ему говорит, принеси в жертву своего. Он настолько верил, что это его сущность. Он верил, что невозможно обещанию Бога умереть. Он его взял и повел. И Бог увидел, что он его точно убьет. Он говорит, стоп, верю. Вы понимаете силу? Да, он сделал ошибку, но это вменилось ему в праведность. Почему? Потому что он верит Богу настолько сильно. Ты можешь верить Богу настолько сильно, зная, что это твое семя, идти по воле Бога убивать его и верить, что оно не умрет. О, это сила, это сила. О. Практически все, что ты видишь под названием Церковь Христа, это не что иное, как чей-то вариант Бога. Все, что ты видишь под названием Церковь Христа, это чей-то вариант Церкви. Собралось братство и придумало. Это Бог, это Церковь, это верхушка, это низ. Это верх, это средний, это вообще ничего. И мы с вами ходим и говорим, не покидайте собрание вашего. Оно никогда вашим не было, во-первых. Во-первых. Собрание мое, это мое собрание. Во-первых, я его должен выбрать. Вот оно мое собрание, и вот его я не покину. А вот это, дайте мне бич.
и поговорим сейчас с тем, что там бекает и мекает. Я верю, что поднимается другое поколение личности, я заканчиваю, которые будут входить в контакт с духовным миром посредством исступлений, видений, трансов, посещений небес. Будут выходить из времени, видеть что-то, что должно быть. Вы знаете, что я знаю людей персонально, которым Бог сказал до падения маркета, что сделать? Эти люди настолько ходили с Богом, Он им сказал сбросить, продать, а вот то все купить. И эти люди за одну ночь падения маркетом стали миллионерами. Ничего не делая, просто увидя будущее. Знаете, что нам нужно? Нам нужны части тела Христа. Вы знаете, что в теле Христа выбиты глаза? О, это глубоко, я не хочу касаться, может, коснемся когда-то. Вы знаете, что тело Христа, глаза, они видят, куда ступает нога. Стоп. Вы знаете, что нога ступнула, это настоящее. А куда нога должна ступнуть, это должны видеть. А вот это даже глубоко, ты даже не представляешь, насколько это глубоко. Глаза исключительно не видят настоящее. Глаза исключительно видят. Бог, подними глаза. Подними глаза. Глаза называются пророки. Первым, что дьявол уничтожал. Кто-то понимает дизайн Бога? Вы знаете, что сейчас первым делом, что будет преследовать дух религии, дух этого мира и дух сатаны? Первым он будет преследовать глаза, пророческое служение, не дай Бог. Потому что один твой взгляд в год вперед, и все решено. И твоя нога точно станет туда, где она должна стоять и не ошибется. О, Бог, подними глаза. Подними пророков, подними пророчествующих, подними видящих будущее. И так ты должен понять. Глаза никогда. Ты видел, чтобы люди вот так ходили? Не вот так, а вот так, знаешь? Это идиотизм. Глаза даже не смотрят сюда. Глаза смотрят вот туда. И как только эта нога идет сюда, глаза уже туда не смотрят. Кто-то понимает, как ходят ноги? Пройдись. Так вот, пророки никогда не будут поняты, потому что они всегда указывают того, чего еще никогда не было. Они всегда увидят то, чего еще нет. Поэтому, если тебя Бог призвал быть пророком, запомни одно, ты никогда до конца не будешь понят. О, Иисус. Вы знаете, как бы я хотел еще денька три. Потому что я чувствую, что я только начал. О, Бог, вы знаете, какая величина в нем? Бог мой, мы еще даже не царапнули поверхность. О! Так, все, я закончил. Вот так, просто вот так, нагло закончил. Потому что, похоже, это не закончится, я честно говорю. Все, аминь. Встали. Да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя, Господь! Но ты не живешь этим миром. Ты будешь активироваться его. Им он живет вне времени. Твой дух живет вне времени. Только твоя физиология, физическое тело живет во времени. Никогда не смотри на него. Живи духом. Бог, я молю тебя. Дай глаза своему телу, Бог. Мы слепы, мы хотим видеть. Бог! Бог, активируй глаза прямо здесь, сейчас. Бог, активируй дары, славу, помазание пророческого движения. Прямо сейчас. Пророки не только, которые говорят, которые умеют писать
делать музыку пророческую в будущее, которые умеют проповедовать внукам, которые будут жить, учителей, которые будут учить тому, еще никто не слышал и не видел. Прямо сейчас Бог активирует свое тело.